В общем, отговорили меня сегодня на лед идти. Поэтому я приехал на Дон, на место впадения Икорца в Дон. Пробую ловить на удочку, на обычную. Но что-то пока никакого эффекта. Место хорошее, но вот, наверное, для ловли на удочке еще рановато. Поклевок нет. Ловлю на червя, на мотыля. Ну, пока тихо. Надо было доночки взять, но они у меня в Воронеже остались. Ну, в общем, как всегда, все. Нет, возле берега ничего не будет. Не клюет вообще. Может быть, сейчас в другое место поеду. Но не клюет. Пока что. Ну, посижу часок другой. Я в духовом, вот на Дону. Здесь вот глубина прям возле берега очень такая приличная. Ну и вот. Одну я вообще положил удочку на дно, другую. Где-то близко ко дну. Место необычное тут и. Водовороты вот и как-то течение то ли обратное, то ли не обратное. Ну, должна быть рыба вообще. Но, возможно, не в это время года. Не в феврале, не в конце февраля. На улице тепло, плюс 2. На лед я не захотел идти. Потому что мне товарищ предупредил, что там лед рыхлый на Песковатском озере. И ломкий, поэтому я и не пошел. Пробую вот на удочку ловить. Ну, пока тоже безрезультатно. Ну, посмотрим. Посижу, может быть, часок-другой. Что будет, посмотрю. Короче, нет поклевок. Пора сматывать удочки, в общем. Друг говорит, где-то со стороны Залужного на Дону, на песчаном пляже клюет плотва. Ну, чтобы не быть голословными, я вот сейчас хочу съездить туда. Ну, сейчас вот домой приеду, может быть. Возьму супругу и дочку и поедем, может, туда доедем. Но тут не клюет вообще просто нифига. Ну, все, до связи.